Всем доброе утро. У нас с моря туман надвигается, как здесь не говорят. Это к жаре. Ой, я хочу жару, хочу. На пляж хочу ездить, хочу воду теплую. Еще на следующий понедельник праздник, ну типа день Нептуна, Сан-Хуан. Поэтому все на пляж поедут. Как бы вода должна быть уже теплая, а иначе как, а иначе никак. Слышу много народу, видимо, туристы приехали, экскурсии. Сейчас очень много к нам экскурсий сюда ходит. И дети заканчивают учебу на этой неделе. В Испании учатся. Дети вот на этой неделе заканчивают. Последние недели у них. Народу тыхера везде ходят. И вот они последние недели ходят. Всякие экскурсии проводят здесь. Ну, здесь на замок ходят там. Ля-ля-ля тополя. Ля. Местности, местные достопримечательности рассматривать. Слышите? Дети. Только дети могут так шуметь. Там вот их пропасть. Тут пропасть. Вот это тут этих. Уже какие же они шумные. А я типа такая иду, туристка такая, русо-турист, облик и морали. Иду, такая иду, и пришла. И пришла на работу. Остановилась показать вам вот такую красоту. Тут наверху ветер, но внизу на самом деле нет вообще ветра никакого. Смотрите, видите, туман. Это от того, что жарко, а море холодное. Ой, там даже какой-то батут. О, ну что ты, даже в камеру не фокусируешь. Батут, смотрите, какой по... Сделали прям в море. Классно. Суперски. Ну, пора уже скоро на пляж ехать. На этой неделе, наверное, нужно начать уже. Пляжный сезон. Я сейчас еду в Алькампу. Нет, в Меркадону. Представляете, у меня нет ни моркошки, ни картошки, нифига, ничего нет, оказывается. Представляете? Я вчера думала, сделала картошку, сделаю. Потому что у меня вот это вот овощи получились настолько вкусные, что я их не буду ни с какими макаронами мешать. Я говорю, сделаю в духовке, не в духовке, а в микроволновке картошку. И будет такая вкуснятина. Кинула за картошкой, а мне ее нифига нету. Кстати, приходила родственница, я ей эмилирование сделала. Я говорю, ну раз уж тут, состриги мне немного эти... кончики, она мне сострила. Так, отошли от темы. В общем, еду в Меркадону за покупками, за картошкой. У меня там две вот такие картошки остались. Я тут как раз после через рынок проезжала. Сейчас на рынок зайду. У нас тут небольшой парковку нашла. В общем, небольшой рынок тут такой. Сейчас посмотрю что-нибудь здесь. Может, фруктики куплю, черешню, все дела. Сейчас посмотрим. Что мне там? Так, черешня какая-то тут не очень. Парагвай можно купить. Сейчас я люблю все пройти, а потом уже выбрать. Там вот еще есть. В общем, вот такой у нас рынок. Попала я на рынок. Видите, он маленький. Все, больше ничего нет. Что-то тут даже черешни нету. Тут вот тоже народ тусуется. Что-то черешня какая-то не очень, знаете. А там вот открытый рынок, там рыбу продают. И все дела. Мясо. А тут вот такой маленький. Ну, деревня маленькая. Конфетки, бараночки. В общем, ничего мне здесь не нравится. Поеду в Меркадону. Орешки, мед. Все дела. А что я очки-то сняла? А, чтобы видеть лучше. В общем, ничего мне здесь не понравилось.
еду домой. Не домой, а в Меркадону. Там получше выбор. А цены, да почти такие же цены. Нет, ну, конечно, здесь подешевле. Рынок есть рынок. Но, вот знаете, Парагвай, сейчас спрошу, почем. И Парагвай, а кому сон? Евро 80. Но в магазине где-то на 50 копеек дороже. Но он не там выбрал лучше. Так что, все. Зато посмотрела. Черешня, она какая-то была, знаете, как будто уже протухшая. Такая вся помятая, не блестючая. Я там радовалась, говорю, раз парковочное место есть, значит и фрукты есть вкусные. Нет, не угадала. В общем, я все переиграла. Я зашла в Меркадону за патчами, кстати, которых не оказалось почему-то. А вот придется заказывать в Алиэкспрессе, потому что те, про которые вот я вчера смотрела в Примар, супер-супер дорогие, около 3 евро всего 2 штуки на один раз. Когда на Алиэкспресс можно купить за 7-8 евро, я помню, покупала, там 30 штук. Вот, кстати, в Меркадоне тоже были, но куда-то пропали. Не могу найти патчи для моих глазок опухших. Ну да ладно, увидела наисвежайшие сардины с нашего порта и думаю, ну как не купить? Купила вот сардины. Сейчас буду на гриле делать. Кстати, вот та картошка, про которую я говорила вам. Ну, вы видите размер, даже меньше яйца. Ну, уже все, картошка откладывается на завтра, потому что уже сардины будут. Сейчас салат нарежу с помидоры, с луком. Лук купила. Ну, съездила я, короче, за пальцами, пересмотрите. Вся тележка полная вообще. В общем, пока я буду ставить и делать сардины, я вам покажу, что я там накупила. Ой, у меня креветки, кстати, мороженое я уже выложила. Вот такое маленькое мини. Вы знаете, я сладкоежка. Диета диетой, но я не могу без сладкого и жирного хоть раз в день. Поэтому я после обеда себе позволяю вот такое мороженое. Оно где-то вот такое. Вот именно нужно жирное и сладкое мне. Я не знаю. Все, больше это единственное, что я сладкого ем в день. Поэтому не могу. Не могу. Мое тело просит вредной еды. И креветки вот такие купила. Замороженные. Чтоб были в заморозке на всякие пожарные. Я их тоже сейчас положу в морозилку. В общем, вот всего, что я накупила. Я даже вам цены буду говорить. Вот такие персики взяла. Мужу нравится. На свой страх и риск. Они вот стоили 2,35. Килограмм стоит 2,25. Евро, естественно. Вот такие вот рисовые лапша. Мне очень нравится. Вот как раз буду с креветками сделать. Она у нас стоит евро 25. Вот у меня тут чек стоит. Евро 25. Грудка. Это... индюшки. Она у нас на 4 евро вышла. Килограмм стоит 6,80. Я мужу делаю, он думает, что это свинина. Очень хорошо, что он так думает. Вот такие сосиски в вине делаю. У меня рецепт, кстати, есть на канале. Заходите, смотрите в плейлисте рецепты. Очень вкусные. Это куриные 2,90. Килограмм стоит 5,64. Так. Дыня. Дыню беру всегда вот такую резаную, потому что вижу, спелая она, не спелая. Я не очень умею дыню выбирать, поэтому вот так беру. Она у нас вышла на 2,89 килограмм. Кстати, резаная она чуть-чуть дороже стоит. Ну, за труды типа того, да? Угу. Так, потом у нас идет вот такие цельнозерновые. Это в суп я взяла, они у нас стоят 95 центов. Вот эти взяла. Тоже цельнозерновые. Они у нас стоят 80 центов. Совый стикс. Что такое совый стикс? А, совый стикс это вот это. Кофе. Ну, типа кофе. Типа кофе. Кофе-то я не пью, но вот это иногда хочется. Они у нас по 79 копеек. Здесь 10 пакетиков. К
Креветки я уже спрятала, 4,50 они стоят, там полкило, по-моему. Мороженое 2,25. Вот такое здесь 2,12 штук. 2,25. Картошка 5 килограмм за 4,70, новая уже, естественно. Вот, потом 2 огурчика взяла. Огурчики, чтобы всегда были у меня 2 огурчика. Они у нас вышли на 61 цент. Килограмм стоит евро 19. И черешня. Черешенка вот такая вкусненькая. Килограмм стоит 4,99. У меня вышло на 3,28. Итого чек 39,72. Вот такой вот. Вот так вот сходила за хлебушком. Ладно, буду резать салатик. Эти у меня уже готовятся, сардинки. Буду кушать. Смотрите, приделали вот этот вот штуку. Тут с крючками. В общем, все удобненько. Так хорошо для этих вот всяких швабр. Вернее, швабра у меня всегда вот тут стоит с ведром. С водой. Я сейчас время... У нас 5, 6 час. Сказали, мебель привезут в 6:30. Так что мне нужно разобрать вот это, тут все убрать. Вот. Чтобы они привезли и сразу мне поставили сюда. Так что займемся этими делами. Время почти 7:15, а я вот в таком бардаке нахожусь. А этот спит, с ним надо уже гулять идти. Они все не едут и не едут. Вот не люблю я ждать. Не просто не люблю, а ненавижу. Прям хоть это. Что делать, не знаю. Что делаешь? Сидеть и ждать. Потому что если я уйду к черту на кулички... А это, знаете, закон подлости. Только выйдешь из дома, и они позвонят и скажут, мы вам к вам едем. Поэтому буду стоять ждать. Цветок, что ли, сходить пересадить? У меня, кстати, на крыше я там точно пойду пересажу. А то он у меня там стоит наверху. А там очень сильно жарко. И солнце парит. Боюсь вообще там поджариться. Вот видите, еще один вырос. Пальцем больше не буду трогать, а то, блин, отвалится все нафиг. Мой фикус. Ой. И сюда, наверное, сейчас землю подсыплю к этим цветам, а то там тоже мало земли. Да. В общем, поделаем дела немножко. Блин, ну вот этот бардак меня совершенно не устраивает. Все это надо сложить внутрь. Как бы мебели-то, да? А мебели-то еще и нету нифига. Ждем-с. Они приехали. Прям как раз я цветок пересадила. Си? Сейчас пойду Чарли спрячу. А он у меня наверху загорает. Оставим скрытую камеру. Та-дам! Что я и думала. Зеркало нужно будет поднимать выше. Он немного побольше. Да. Зеркало повыше. Повыше. Мне бы его... Чарли нюхает. Ну да, хотя бы вот так повыше.
Потом муж придет, пускай мне делает выше зеркало. Так что вот он, новенький комодик мой. Ой, ящики побольше. Ящики большие, какие. Так. А это что-то непонятно. Что это? А, оно не вставлено, что ли? В общем, сейчас будем рассматривать. Наверное, как везли, там все по это. Надо его сейчас протереть, и все. И буду укладывать весь бардак на место. Мебель мебелью, но прогулку никто не отменял. Смотрите, сколько винограда. Какие грозди будут. Скажите, оборвать можно? Нельзя. И смотрите, не перепрыгнешь. Не перепрыгнешь, а если даже перепрыгнешь, то не достанешь. Очень много винограда. Мужик скажет, что-то она там пыжится, делает. Виноград типа хочет украсть. Так он еще не поспел. Это я репетирую, как я его буду воровать. Ой, шутка, конечно. Я виноград не очень люблю. Поэтому зачем его воровать? Это вот черемой. Летом, конечно, их обрубают и все. И они вот такие вот, как у всех деревья осенью такие, а здесь вот летом такие. Поля здесь летом тоже уже не сажают, потому что все выгорит на солнце. Целовал, миловал, целовал, миловал. Песню вот эту пою. Говорил, что... Не знаю, откуда она взялась. Просто из головы. Потому что Чарли мне начал смотреть на меня. Все, типа, пошли, ты что тут вообще делаешь? Ты что вообще, чем занимаешься? Время у нас прогулки. Ну, естественно, что, ну, что поделаешь? Надо идти и гулять. Вот он бежит. Бежит. Время уже 8. Да, Чарли? Ты радостный? Чарли? Ну, радостный, он даже плевал он на меня. В общем, я тут села в Инстаграм фоточку сделать, присела так. Чарли посмотрел, посмотрел на меня, решил тоже присесть. Я так на корточках сижу, и он встал. Ой, не могу, так смешно. Он посмотрел, посмотрел на меня и тоже решил присесть. Правда, на передние лапы. Ой, я ржала, не могу. Правда, смешно так. Так посмотрел, посмотрел на меня. Раз так на передние лапы, скажет, что-то не то, надо тоже присесть. Вдруг как это, война, а я не готов, или как там это говорят. Ой, смешно. Смешной такой, я над ним смеюсь постоянно. Вот такая красота у меня получилась. Я тут принесла коробочку, сейчас буду делать ноготочки, а то они у меня отросли уже. Ой, ну красота. Мне нравится. И главное, вместительно. Лепота. В общем, немного форму ногтей сменила. Такую округленную сделала. У меня никогда такой формы не было. Ну, что-то захотелось, поэтому почему бы и нет. Смотрите. Умотался парень. Нагулялся, без задних ног спит. Буду с вами прощаться, потому что все, уже больше ничего делать не буду. У меня сегодня последний герой по плану, по телевизору. Так что буду смотреть и отдыхать, чего и вам советую. Ну, если это, конечно, ночь, а если это день, то рабочего, трудового, продуктивного вам дня. Всего вам самого лучшего. Встретимся завтра и пока-пока.